Всем привет. Привет! Спасибо большое, что вы нас смотрите. Нам очень приятно, правда, мы все видим, все читаем. Вот. Да, нам очень приятно, что вы задаете ваши вопросы, что если вы видите какие-то неточности, уточняете. И мы постараемся быть максимально подробными в следующих выпусках, поэтому не пропускайте, подписывайтесь. Как вы знаете, нам это очень приятно, вам полезно. Да. Сегодня мы наконец-то переходим уже к, наверное, такой самой приятной части. Это выбор элементов нашего интерьера, декора. В частности, это освещение. И сегодня это лакокрасочные покрытия. Но в первую очередь мы сегодня пришли, Юль, куда, расскажите? Да, мы пришли в центр интерьерного освещения и технического освещения. Будем выбирать освещение для квартиры, подбирать, говорить там, на что надо обращать внимание, на что как бы можно, в принципе, пропустить. Мы пришли сегодня в один из салонов компании Abyss Group. Их несколько, поэтому, если что, вы имеете в виду, что вы всегда можете проверить наличие всего, всей продукции, всего ассортимента на сайте svet.kz, там это все есть. Ну, а мы сегодня постараемся вам рассказать, что мы выбираем, почему выбираем, ну и, конечно, сколько это все стоит. Поехали. Итак, Юль, на что мы вообще обращаем внимание, как мы будем сегодня выбирать все? Так как у нас стиль минимализм в интерьере, то можно обратить внимание вот именно на такие виды светильников, где без всякого там хрусталя, свечек. Классно. То есть все минимально, красиво и функционально. То есть чтобы свет в первую очередь приносил функцию в интерьере. Вот, например, у нас есть очень интересные такие модельки, которые мы будем использовать в спальной зоне. Да. Не именно такие, потому что мы подберем по каталогу, но это тип светильника. Да. Это брашки, которые будут вам давать дополнительное освещение, когда вы будете ночью вставать там к ребенку, когда он будет просыпаться, либо в туалет, чтобы не включать основной свет, не будить детей, не будить всех, можно сказать. Такой мягкий, приглушенный, да? Да. Отлично. Также, например, для любителей, там, кто любит почитать, то есть вот такие тоже очень интересные вещи. Направленные. Да, направленного света. Вот тоже, например, на них можно будет обратить внимание, но у нас в проекте мы их не используем. Вот. И потолочное освещение у нас тоже в стиле минимализм. В основном это споты, треки и шинопроводы. Шинопроводы — это LED-лента, нет? Нет. Шинопроводы — это накладной трек, куда мы можем добавлять любое количество светильников. То есть вы поставили 3-4 светильника, вам стало мало, вы можете еще добавить, спокойно поставить, потому что у него уже встроенный трансформатор, и, в принципе, он рассчитан на определенное количество светильников. Это вот то, что у нас на кухне? Да. Все, я понял, о чем вы говорите. Здорово. Юля, вообще, что стоит иметь в виду, на что стоит обращать внимание, когда ты выбираешь вот такую продукцию? Очень важно, на что делают больше всего ошибок, это температура свечи. То есть очень много моментов, когда, например, берут 3-4 разных видов светильников, и у всех разная температура. То есть один холодного цвета, другой теплого, а третий, например, нейтрального. И когда вы включаете это все, у вас как новогодняя гирлянда это все играет. Вот, то есть обязательно смотрите на температуру света, либо кельвин. То есть если вы хотите нейтрального освещения, то берите, например, там 4000 кельвина. Если вы хотите теплого освещения, то вы можете взять там 3-3,5, там, в зависимости для чего, для каких нужд вам нужно это освещение. И температура освещения влияет еще на комнаты, где вам надо именно ее использовать. То есть, например, для макияжа больше всего предпочитают использовать холодное освещение. А когда вы отдыхаете, то наоборот уже теплое, чтобы можно было спокойно расслабиться и полежать. Важная информация для макияжа, холодная. Хорошо. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Пойдемте дальше. Друзья, знакомьтесь, с нами сегодня эксперт по свету салона Эгло, Дана. Добро пожаловать, Дана. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Дана, расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Вот что вас отличает от других компаний, которые тоже предлагают широкий ассортимент освещения? Компания Abyss Group находится на рынке более 11 лет.
В компании Abyss Group существует на данный момент 4 салона. То есть 3 салона находятся в торговом комплексе «Армада», также один салон в торговом доме «Жебек Жолы». В наших салонах представлено более 100 тысяч моделей, то есть это самый большой ассортимент по Казахстану именно по освещению. 100 тысяч? Более 100 тысяч, да. Вау! То есть это у нас европейские бренды, также есть американские бренды, как в наличии, так и на заказ. Ага. Понятно. То есть это все физически не обязательно здесь находится, но привезти это можно? Конечно. Физически здесь находится, откровенно говоря, малая часть. Основная часть, очень большой ассортимент у нас идет на заказ, то есть который можно индивидуально подобрать под каждого покупателя, под его бюджет, под его дизайн, под все его запросы, скажем так. Здорово. Дан, вот скажите мне, пожалуйста, очень часто я слышу комментарии о том, что ну, зачем покупать дорогое освещение, точнее освещение, которое дороже, когда можно поехать условно на базар и купить это все чуть ли не в два раза дешевле. Объясните, что не так с этой логикой. Во-первых, наверное, немаловажный фактор, покупая освещение, да и любую вещь, мы покупаем ее не на один день, не на один год, наверное, да, то есть вешаем люстру, мало кто из нас захочет через год ее снимать и менять на новую. А что этому может послужить? Во-первых, проводка. То есть это безопасность, это качество, то, что не перегорит. В наших светильниках абсолютно во всех используется медная проводка, то есть что обеспечивает нам в первую очередь безопасность и долговечность светильников. Непосредственно сам металл. То есть вы можете быть уверены, что через год, через два он не потеряет свой вид, не поменяет цвет, не облезет краска. И гарантом всего этого идет гарантия до 10 лет на наши светильники. От до каждого 10. Производителя. А-а-а. Да, до 10 лет у нас идет гарантия. Да, а что делать, если, например, мы купили у вас продукцию, а сегодня вот определимся, возьмем, например, и через какое-то время у нас перегорела какая-то лампочка, там что-то, ну то есть мне нужно будет самому туда лезть, это менять, или у вас есть какое-то обслуживание? Ни в коем случае. Смотрите, у нас идет полное дальнейшее обслуживание. То есть вы можете приобрести светильник у нас. Также у нас есть услуга доставки, установки. То есть наши ребята могут приехать вам качественно все это установить, правильно собрать светильники, что немаловажно для дальнейшей работы светильника и вообще. И если вдруг в течение эксплуатации у вас что-то с этим светильником пойдет не так, лампочка перегорела элементарно, вы созваниваетесь с нашими менеджерами, мы отправляем к вам наших специалистов, которые делают диагностику полностью этого светильника, то есть находят причину и обязательно устраняют. А сколько длится эта гарантия? Ну, то есть, вот то, о чем вы сейчас говорили, что приедет специалист и заменит. Ну, смотрите, вообще, в зависимости от гарантии самого светильника. Ага. То есть, в среднем это 3 года идет диагностика, но, как показывает практика, наши клиенты к нам обращаются и через 5 лет, и через 6 лет, и через 10 лет, и наши специалисты обязательно выезжают. Все равно идите на встречу. Конечно, это наши постоянные клиенты, с которыми постоянно работаем. Здорово. Также хотелось бы добавить, что у нас есть сайт Svetkz, возможно, заходили на него. Да, и я хочу, чтобы вы тоже посмотрели, если что, вот вам ссылка. Что очень удобно, в каком плане, что вы можете, не выходя из дома, сделать подборку как на сайте, также у нас есть услуга онлайн-подборки. То есть менеджер с вами на связи, вы, сидя дома, можете подобрать полностью все освещение по техническим характеристикам, также по дизайну. Да, но если мы сомневаемся, вот условно нам нравятся 2-3 модели, и мы не понимаем, что с нашими стенами и интерьером будет лучше выглядеть, что тогда делать? В этом случае у нас тоже есть классная услуга, примерка светильника. То есть, если вы сомневаетесь, какой же из светильников больше подойдет вашему дизайну, выбираете у нас в салонах, либо онлайн, несколько позиций, которые вам понравились. Наши специалисты выезжают к вам домой, примеряют светильники в нужную комнату, и вы уже избавляетесь от всех сомнений и определяете, какой же светильник больше вам подойдет. Здорово. Я думаю, что вот это прямо отличная, отличная услуга. Ну, пойдем дальше, выбирать, определяться, набирать и посмотрим, что скажет наш дизайнер Юлия. Конечно, придемся. Спасибо, Дан, спасибо. Вам спасибо. Здесь я хотела обратить ваше внимание на шинопровод и не на стандартное использование светильников для шинопровода. То есть в основном все у нас привыкли шинопровод видеть с вот такими накладными светильниками. Да. То есть те варианты, которые мы используем у вас в квартире тоже. То есть мы ставим черный шинопровод на кухонной зоне и добавляем к нему светильники направляющего действия. То есть чем они хороши? Вы можете осветить любую поверхность кухонной зоны, где вам именно удобно будет работать. Вот. И всегда можно добавить еще один светильник, если вам вдруг будет не хватать освещения. Без долбежки стен, без проводки электрического оборудования. Да, просто подключаешь дополнительно и все. Да, да. Также я еще хотела обратить внимание, то, что на шинопровод не обязательно крепить вот такие вот светильники. Можно спокойно делать подвесные. Вон там еще есть такой очень интересный круглого плана светильник. И можно их комбинировать между собой.
То есть можно, например, один направляющего вида сделать, а другие, например, подвесные. То есть вы ставите шинопровод, например, над барной стойкой, и там уже можете регулировать количество светильников. Ну что, Юль, вроде все. Да, мы все, в принципе, подобрали, все выбрали. Все, что касается нашего освещения. Ну и следующий этап? Это стены. Мы выбираем наши лакокрасочные покрытия. Да. Класс, куда мы пойдем за этим? Центр красок. Центр красок. Ну, давайте посмотрим, что за центр красок. Юля, расскажите, где мы, почему мы сюда пришли? Мы сейчас находимся в центре красок и выбираем именно краску Dulux. Почему выбрали именно эту краску? Потому что есть многолетний опыт работы именно с этим покрытием. Угу. То есть у меня самой стены покрашены именно этой краской, на них рисуют дети, заляпывают это все, и мы благополучно это стираем и моем. Я так понимаю, мы сегодня будем даже тестить, да? Да. Супер. Перед тем, как купить, конечно, лучше все это потестить и потрогать. Скажите, Юль, в целом эта продукция дороже, дешевле? Почему мы ее выбрали? Смотрите, сама Dulux – это довольно обширный бренд. То есть есть очень много вариантов краски. То есть от Binda 3, там более-менее самой демократичной по цене, и до эксклюзива, то есть, ну, такого там, как Diamond, либо Velvet краска, ага, которая очень мягкая на прикосновении и, в принципе, очень легко чистится и очень легко моется любыми абразивными веществами. Смотрите, есть еще маленький лайфхак, как можно сэкономить на покраске. То есть не во все помещения надо использовать краску там супер дорогую, супер моющуюся. То есть, например, те помещения, как гардеробная, там либо, например, спальня, там, где вы не будете особо там трогать стены, то есть можно сделать, например, обычной покраской, например, той же самой Binda 3. Те же самые помещения, например, как ванна, чтобы там не скапливалась плесень, там уже, конечно, нужны специальные краски и специальная обработка. Почему именно мне нравится эта краска? Один из нее плюс — это то, что она все-таки латексная. То есть для новых домов это очень важно, потому что все-таки есть микротрещины в новых перегородках. И когда дом дает усадку, он все-таки дает трещины. Все-таки краска латексная, она чуть-чуть это скрадывает. А, ну здорово. Ну что, перейдем? Юль, ну у нас разное назначение, то есть да, у нас есть и коридор, и ванна, и детская, ванна, детская, и техпомещение, гардеробная, там и так далее. Каким образом мы будем выбирать какую краску? Мы будем выбирать краску по частой эксплуатации и нагрузке на стены. Ага. Вот, то есть смотрите, например, для коридоров и гостиной нашей вместе с кухней, которая кухня у нас одна стена отделывается фартуком, а другую мы просто красим. Да. Вот я рекомендую все-таки использовать краску Diamond, потому что она очень красиво ложится, у нее очень необычная фактура, очень приятная. Вот, и она очень хорошо моется любыми абразивными веществами. То есть можете спокойно порошок после того, как она высохнет. То есть еще очень важный момент, краска должна высохнуть 30 дней. 30 она должна дней. Впитаться в стену. Да. То есть после нанесения, чтобы она полностью набрала все свои свойства, от 20 до 30 дней она должна высохнуть полностью на стенах. Поняла. То есть хорошо, вот в это время ее желательно не пачкать. Не пачкать, да. Понятно, хорошо. И а потом даже можно не просто трогать. Помыть по, там, тряпочкой, и все сойдет. Да, да. Даже очень не то, что классно. Тряпочкой. То есть вы берете губку, там даже вот есть губка такие с железными штучками, да, где моющие, да, средства, то есть она ничего не боится. Нет. Ничего класс себе. То есть она настолько проникает в стену, что потом ее можно так тереть. Да, да. Это вот именно мы сейчас говорим о Даймонде. Ага. То есть зависит от абразива. То есть, например, Даймонд можно прям железной щеткой тереть. Так. Binda 7, ее уже желательно губкой. Вот, и, например, там идет уже дальше Binda 3, там уже просто щеточкой. Слушайте, на Даймонде написано до 25 лет долговечности. Как вообще такое возможно? Ну, то есть она не будет терять... Я не знаю, 25 лет, если честно, мы ее еще не наносили. Ну вот мы замерим и через 25 лет снимем влог про то, как там наши стены. Понятно, окей, это что касается кухни и коридора, да, вы сказали? Да. В гостиной, например, или в детской. Наверное, в детской будет самая многострадальная стена у нас. Есть решение для этого? Есть специальное у Dulux решение, специальная краска для детской. То есть она очень легко моется, и также она очень прочная. То есть классно, она выдерживает активные детские игры, то есть вы можете спокойно там бить стену, там чаще всего бывает то, что когда мечом, не, да,
неплотная краска, бывает, начинаются трещины. Но, например, в этом случае у вас такого не будет. Ой, здорово. Она не будет расходиться паутинкой. Вы, может быть, видели, когда вот дешевой краской красите, по стенам такая паутинка. Вот в этом случае такого не будет. Супер. Смотрите, есть очень важный момент. Сам оттенок цвета зависит от освещения и от естественного света. То есть в вашей квартире очень много естественного света, это очень классно. Вот, следовательно, надо будет делать выкрасы. То есть все не раз об этом говорят. Выкрасы – это тест, да? Тест, да, на стенах. То есть мы, например, выбираем 3-4 оттенка, приходим к вам на квартиру и уже на готовые стены делаем выкрасы. И как эти цвета смотрятся у вас в квартире. То есть кухня, гостиная, прихожая. То есть в прихожей у нас меньше всего света, в гостиной больше всего света. И тогда уже мы выбираем оттенок, который То есть сначала мы выберем здесь все тесты. Да, то есть мы сделаем тестеры. Тестеры, да. Давай, как вы привыкли, по парфюмам. Тестеры здесь берем. После этого едем на квартиру, делаем там выкрасы, смотрим. Обязательно я рекомендую смотреть утром, в обед и вечером. То есть в зависимости от того, как в разное время падает свет. Ну и плюс от того, что это все-таки яркое освещение, либо идет дождь там или снег. Ну, я, насколько понял, сегодня мне рассказывали, что у Dulux здесь единственный вообще компьютерный аппарат, который отвечает за колеровку, которого больше ни у кого нет в стране и соседней, только в России. Вы уже пользовались? Да, они один раз колируют сумасшедшее количество цветов вообще. Вы можете выбрать любой цвет. Также у них еще есть такая функция. Вы можете прийти, например, там, с пиджаком, с телефоном и сказать, вот я хочу вот именно вот этот цвет. О, серьезно? Вот, да, они вам считают этот цвет и заколируют именно этот цвет. Классно. То есть вам нравится цвет вашего шкафа? Да. Сняли дверцу, пришли сюда, они вам ее посмотрели и покрасили стены в этот же цвет. Ничего себе, компьютерная колеровка. Ребята, имейте в виду, прям вот это прям какая-то фантастика. Ну, отлично, я в целом все понял. Давайте посмотрим, как это делается. И еще у нас сегодня для вас краш-тест. Мы посмотрим, действительно ли эти краски такие устойчивые, как нам рассказывают. Мы сейчас подойдем в специальной тестовой зоне и будем марать стену. Поэтому, если... А потом отмывать. Отмывать, надеюсь, будем не мы. Ну, ладно, давайте попробуем. Пошли. Ну что, вы готовы? Начинаем пачкать стены и тестить нашу краску. Я думаю, что наш ребенок будет именно так делать. Так, давай я попробую майонез. Спасибо. А, ты решила на стене сразу сделать кичунез, да? Ну, я решила протестить. Я думаю, еще можно кофе мы здесь помузюкать. У меня такая пицца на стене, почти. Ой, кошмар какой. Кошмар. И что, жирных пятен не останется, да? Вы обещаете? Мы сейчас посмотрим. Так, ну, ты испачкала, ты и убирай. Давай. Не, я думаю, пусть немножечко постоит, чтобы я видела. У меня здесь черный кофе. Сейчас я его тоже... Давай. Это неудобно приходить в чужой дом и гадить здесь, но раз уж мы... Вы же знаете, что Тима у нас... Попасть бы. Нет, ты прям вот так немножко. Сейчас. Вот, пожалуйста. Пошел. Главный кофеман. Ой, я тай. Мама, прости. Хорошо. Так, кетчуп, майонез, кофе. Юля, идите рисовать. И теперь, когда у вас появится ребенок, он у вас будет вот рисовать вот такие вот замечательные вещи на стенках, да? Ой. Потом что-то вот такое вот. Ну и, конечно же, это будут солнышки. Вот. Ужасно, ужасно страшно за этим наблюдать. Что мы делаем? Теперь нам нужно это все смыть. Точнее... Ребята обещают, что это все смоется без труда и не повредит. Ой. Ой, так. Переворачивай. Сейчас еще тряпочку я возьму. Что это? А вот комет. А ты не намочай, я махну потом. Нет, ты махни сразу. Тряпку? Да. И возьми комет. Так, да? Да. Вы привыкайте, вы не один раз это будете делать. Ох, Юля. Слушай, вот смотрите, все отходит.
Прикольно. И приходит в свое изначальное состояние. Ну, вот про то, что мы и говорили. Я не скажу, что я как-то применяю очень много усилий там или чего-то. Не особо сильно давлю. То есть просто мне сейчас нужно еще раз намочить, потому что тряпка чуть подсохла. Вот так вот. Опять же беру средство, наношу. Раз. Был человек и нет человека. Классно. Очень классно. Слушайте. Вроде стена осталась прежней, да? Ну да, ни одна хозяйка не будет переживать. Классно. С такой краской. Советую. Вам единственное, нужно подождать после нанесения 30 дней, как сказала Юля, и все будет окей. Класс. Это такая, да, уже контрольно? Да. Просто чтобы... Ну, это чтобы выровнять цвет стен. Ага. Ой, что за помощник у меня? Так. Классно? Да, супер. И причем это достаточно марки оттенок стены. Вот сам этот? По себе, да. Потому что есть еще цвета, которые особо марки, есть не особо марки. Вот этот вот относится именно к тому, который очень легко марается. Ну, кстати, этот цвет очень близок к нашей, ну, в смысле, который заявлен у нас вот в проекте. Класс. Очень круто. Представляешь? Да, меня полностью устраивает. У меня страх, я думаю, что сейчас мы сделаем классный ремонт, а потом человечек наш подрастет и все испортит. А теперь можно не бояться. Классно. Молодцы, Дилакс. Класс. Ну что, ребят, все? Мы, в принципе, сегодня все выбрали, да? Да, мы определились, с цветами. Мы выбрали тип краски и мы выбрали освещение. Да, очень много работы сегодня было проделано. Я надеюсь, что это было полезно. И если у вас есть вопросы, обязательно их пишите. Мы сегодня проделали огромную работу. И спасибо вам большое за время, спасибо за все ваши советы. Если вам было полезно, я надеюсь, было полезно и интересно, но вдруг возникли какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Все контакты вот этих магазинов, этой продукции будут в описании под видео. Поэтому забегайте, смотрите, пишите, выбирайте. И надеюсь, что мы очень скоро это увидим и освещение, и все эти классные цвета уже у себя в интерьере. Уже да, не терпится. Уже не терпится. Поэтому не пропускайте наши выпуски каждую субботу. Смотрите, подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Нам очень приятно читать все ваши комментарии. Поэтому, да, мы постараемся сделать все максимально полезным для вас. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока!